Figyelem, pozornosti. Буквально несколько таких тренировок вы можете себя чувствовать на улице совершенно спокойно в плане безопасности ваших водителей. Ако робите факт няколко таких тренингов, которые будут двухкладные, так вы можете сочетать безопасно на улице при паде. Нехание не отъешь, я меня втолаем, вас за то, что вы играете с пола, потому что мы будем смозогни, едешь в Сербуте, або гундаешь в Сербуте, або Давайте перейдем к следующей технике, она называется позволение. Перейдем к дальше технике, которая называется позволение. И вот, долго смотрит в эти звуки, которые вам не понравятся, не гадаешь. Задача атакующего партнера делать толчок. Увага, лучше партнера я его не плакал. А там надо партнера, как я надо потом полежать. Моя задача расслабиться и делать выдох. Пропускаем шоу. Помните, я не бить. Де впадаєш? То впадаєш. Є з нами не зрішат вітра, а не з нами зрішат до сока сокот. То впадаєш. Вітра, чи не нами то впадаєш шоу? Партнер толкает нас с разных сторон. Разные лаги, с разных сторон. Первые, первые мы забираем. Máme v sebe. On je nejcvěř, teď je možná v pogadu.
Akkor, amikor elkezdünk dolgozni, akkor gondolj arra, hogy fizikai mozgás az kihat a mi energetikánkra, az információs hátterünkre, és mi nem csak fizikailag dolgozunk, de energetikailag is információba is tisztulunk, az azt jelenti, hogy különböző más blokkokat engedünk ki magunkba.